вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Наша традиционная рубрика дегустации продуктов с длительным сроком созревания. Как вы знаете, те продукты, которые созревают, которые готовятся дольше, чем одна неделя, мы делаем два видео. Первое видео – это приготовление, второе видео – дегустация. Очередная дегустация – колбаса советская высшего сорта. Готовили мы ее месяц назад. Колбаска получилась по виду просто отменная. И хочу похвастаться вам, так сказать, внутренним видом, продегустировать, рассказать, что у нас получилось. Значит, у меня есть бирка, в первую очередь вес. 435 грамм весила эта колбаса после копчения, сейчас весит 300 грамм. То есть 130 грамм она потеряла, в среднем 30% за процесс, за месяц, когда она созревала, когда она вялилась. Кстати, если вы не смотрели видео о приготовлении этой колбасы, ссылку я размещу в описании, а также в конечной заставке ролика. Готовим мы по книге Оконникова. Если есть желание получить книгу в формате PDF, в комментариях оставляйте свой email, и я вам вышлю ссылку для скачивания этой замечательной книги. Книга потрясающая, продукты получаются, книга 38-го года, кстати. Продукты получаются просто бомбезные. Ну что, друзья, зарежу. Так, это можно в стороночку. И режем колбаску. Отличный срез. Как чистится? Отлично чистится. В коллагене вообще созревает всегда очень хорошо. Ну, мне очень нравится использовать коллаген. Колбаску люблю резать очень тоненькими кусочками, так, чтобы она светилась прямо. Посмотрите, какая красота. Давайте, дорогие друзья, сейчас крупный план среза, чтобы не быть голословным. Вот так вот на срезе выглядит советская колбаса советская высшего сорта, приготовленная по рецепту 38-го года. Это просто фантастика. Ну и вот так вот вблизи выглядит сама палочка. Приготовилась она просто потрясающе, и запах, друзья, невероятный. Сейчас попробую, расскажу вам. Ранее мы готовили брауншвейгскую колбасу, тоже получилась очень крутая по этой же книжке. Рецепт вы тоже найдете на нашем канале. Так вот, мы вчера с братом проводили тестирование. Купили брауншвейгскую колбасу в магазине и сравнили с домашней брауншвейгской колбасой. Но это сравнить невозможно. Итак, друзья, колбаса советская высшего сорта, сырокопченая, приготовленная по рецепту 38-го года. Как всегда, фантастика. Вкус просто фантастический. Знаете, мне кажется, что, не знаю, как в Российской Федерации, в Украине точно сейчас такой колбасы не купишь. Настолько отсутствует всякий контроль. Ну, не хочу никого обидеть. Может, есть хорошие колбасы, просто я их не встречал. То есть за границей, допустим, в Италии, на Балканах можно купить хорошие колбасы. У нас, к сожалению, они не встречаются. Поэтому, друзья, мы для вас и делаем такие изумительные рецепты. Ну, как я уже неоднократно говорил, миссия нашего канала такова. Мы призываем вас, переставайте покупать сыры, колбасы в магазинах, потому что там черт знает что. Правда, там нету мяса, там нету молока в сырах. Достаточно просто сделать очень вкусные колбасные изделия, натуральные, без всяких химикатов, без всяких консервантов, самостоятельно. Ну, вот эта колбаса советская, это просто фантастика. Очень вкусная. Конечно, требует немножко труда, но вы получаете первое вкуснейший продукт, второе совершенно безопасный продукт, потому что вы его готовите из отборного мяса, вы знаете, что в нем нет никакой химии и что его можно безопасно употреблять в пищу. И вы получаете вкуснейший деликатес. То есть, если сейчас колбасы низведены до того, что это пища для бедных, вдуматься, когда колбасы стоят дешевле мяса, для меня это нонсенс. Такое невозможно. Не может быть. Потому что, как минимум, эта колбаса теряет 30-35% в весе. А трудозатраты, а качественное сырье, а оболочка для набивки, а энергетические затраты. А когда в магазинах я вижу колбасу, которая стоит дешевле мяса, я просто улыбаюсь. Поэтому, друзья,
Еще одно подтверждение тому, что рецепт годный. Ссылку, как я сказал, вы найдете в описании. И надеюсь, вы приготовите эту колбаску по нашему рецепту. Она вам очень понравится. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. И, естественно, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы вовремя всегда видеть наши новые видео, наши новые рецепты, которые мы для вас тщательно и с любовью готовим. Всего доброго, пока!